Приветствую вас, дорогие друзья, продолжаем проходить Red Alert 3. Сегодня у нас следующая карта в случайной схватке, очень интересная карта, называется «Спасите наши души». Это карта, на которой можно отдохнуть после работы, релаксануть, карта для развития. Если вы хотите просто красивую базу построить, поразвиваться, то вам на эту карту. Это на двоих, и это вот одна из лучших карт на двоих из-за этого. Значит, будем играть Россией, поехали. Так, нам дают нижний рез. И это хорошо, потому что здесь есть эта кремлевская стена. Здание. Параметры нового здания. Как раз под нас. Строительные работы завершены. Здание. Учеба. Параметры нового здания. Готово. Так, ну и сейчас вы, я думаю, уже понимаете, почему на этой карте можно играть в удовольствие, друзья, потому что здесь бесконечные ресурсы. Что бы вы ни делали, деньги будут прибавляться. Строительные работы завершены. Установлен новый пункт сбора. Готово. Здание захвачено. Параметры нового здания. Сюда давай. Готово. Ты сюда давай. Иду. Иди, иди. Карта маленькая, комфортная. Готово. Инструменты готовы. Позиции. Есть информация. Строительные работы завершены. Здание захвачено. Готово. Здание. Так. Параметры нового здания. Тут три рудокопа где-то здание. Сделаю, этого достаточно будет. Строительные работы завершены. Можно вообще рудокопов здесь не делать, друзья. Здание. Здание захвачено. А вот этих ребят надо сделать, потому что они очень хорошо разматывают немецкие танки. Готовы. Так, так, только не ты. Инструменты готовы. Вот здесь есть проверяю вот эта штука. Здание захвачено. Это важно. Готово. Параметры нового здания. Здание. Готово. Готово. Ну давайте, так как мы играем в России, сделаем эти танки Теслы. Они, конечно, готово. Так себе. Установлен новый готов. Пункт сбора. Готов. Приготовление. Строительные работы завершены. Дислокация. Готово. Так. Лаборатория — это серьезное здание. Готово. Его хочется где-то построить в красивом месте. Готово. Да. Положим. Вот это хорошее. Параметры нового здания. Рядом мало денег. Со стеной. Здание. Серьезно, мало? Инструменты готовы. Здание захвачено. Потеря. Так, где там потеря? Строительные работы завершены. Что происходит? Ребята! Готово. Подкрепление готово. Как мы могли сюда пропустить? Готово. Ловим их. Они в тупую едут на харвестерах наших, так что... Потеря. Готово. Да, товарищ, готов. Приказание. То есть один... Тесла-пехотинец без проблем вынесет рудокоп такой танк. Они вообще бессильны против пехоты, эти танки. Но генерал, немецкий танк, размотает просто толпу опокалов. Вот они. Выбери цель. О, кто-то где-то в ящике карту взял. Да, ребят, спасибо, что там работаете, все сами понимаете, это замечательно. Я люблю, когда так далее. Готово. Так, надо ядерный реактор где-то поставить. Ну, технология похищена. Нормально будет, интереснее играть. Строительные работы завершены. Здание. Готово. Вот это подло. Вот это подло неожиданно. Так, рудокоп отводим подальше от базы. Пусть они его выносят. Строительные работы завершены. Рудокоп под огнем. Готово. Потеря. Рудокоп под огнем. Да. Не думал, готово. Не гадал. Здание. Немного напрягли. Транспорт. Все, надо делать апокалипсиса, потому что эти танки Теслы — это такое. Готово. Здание занято. Надо его потрепать немножечко, чтобы он не мешал нам развиваться. И в идеале, конечно, что очень классно, это здесь найти в ящике базу. Подкрепление готово. Вот и зависло сразу. Как хорошо я как чувствовал, понимаете? Поэтому сохранился сейчас. Друзья, быстро перезапущу. Но вот глючит рыбак. К сожалению, это его минус.
Так вот, что я говорил, найти базу союзников, да. И еще за них развиться. Это вот, конечно, классно. Подкрепление готово. Да нет же, не так. Строительные работы завершены. Здание продано. Выбери цель. Параметры нового здания. Вообще плохо, что они не захватили ни одно здание. Здание занято. Что если у них закончатся деньги, они просто все продадут. И психанут. Нам бы не хотелось, чтобы они уходили из игры. Электроды готовы. Мало денег. Так что давайте. Строительные работы завершены. Готово. Параметры нового здания. Здание. Харвестер сам Фотея. Поехал. Бывает же такое, ребята думают. Да, товарищ, вперед. Готово. Заряд готов. Жду приказания. Вот тут красиво очень ядерная шахта. Строительные работы завершены. Рядом готово. Железный отражатель. Здание. Установлен новый ребят, пункт сбора. Это не лучшая учеба. Идея. Строительные работы завершены. Нашу базу атакуют. Потеря. Посмотрите, сел. Подкрепление сел в здание. Готово. О, модернизация. Строительные работы завершены. Внимание, обнаружена хроносфера. Так. Готово. Хроносфера, говорите? В порядке. Отмена. Где там она обнаружена? Цель. Рудокоп под огнем. А, я понял. Потеря. Вот там, да? Ядерная ракета готова. Внимание, ядерная ракета запущена. Тут, тут ребята вообще не могут проехать. Генерала, берегите генерала. Уже ни одного. Нескольких. Модернизация. Нашу базу атакуют. Слушайте, они здание тут что, покинуто. Разнесли что-то, да? Готово. Потеря. Здание. Отражатель так, готов. Надо срочно устроить ПВОшек. Потеря. А лучше разнести вот это потеря. Давайте, ребята, сядьте вот сюда. Строительные работы завершены. Потеря. Выбери цель. Потеря. Строительные работы завершены. Внимание, железный как отражатель он? Активизирован. Железный отражатель на гражданские здания. Все для победы. Это что, да, друзья, не напрягаясь, играю, как-то не переживаю там за какие-то моменты. Ну потому что карта готово. Такая, она. На ней отдыхать надо, а не играть. Здание. В полную силу. Этим мы занимаемся. Вот он докладывает. Выдвигают. Все. Теперь давайте. Готово. Здание. Строительные работы завершены. Ядерные ракеты. Надо было ворваться, тут немножко готово. Почистить. Строительные работы завершены. Жду приказания. Двигаюсь. Жду приказания. Здание. Готово. Внимание, обнаружен прибор управления погодой. Подкрепление да готово. Серьезно? Готово. Выбери цель. Готов, товарищ. Строительные работы завершены. Это плохо, что они не могут проехать своими. Готово. Уйди оттуда. Готов. А уйди оттуда. Что ж ты такие деревянные, выбери да? Цель. Готово. Транспорт прикладывай. Потеря. Готов, товарищ. Выбери цель. Внимание, железная отражатель. Готов, товарищ. Конкретно важно. Потеря. Готово. Скорость сумасшедшая просто. Надо успевать реагировать. Ядерная ракета готова. Внимание, ядерная ракета запущена. Потеря. Готово. Преимущество тесто танков, что они сквозь забор атакуют. Готово. Потеря. Подкрепление готово. Я не люблю, когда все начинает потеря работать. Модернизация. Готово. Модернизация. Выслеживаем врага.
готово. Понапрягаем его. Так. Модернизация. Готово. Кстати, генерал Тесла там, он еще отдачу дает, как призма. Надо им там зеленый коридор дать. Харвестер, чтобы они могли туда ездить. Цель принял. Уйди к цели. Внимание, железный отражатель активизирован. Модернизация. Готово. О, отлично, что он захватил эту штуку. Это значит, что он не будет все продавать. Да, генерала сделали. Хорошо. Готово. Я не знал, что тесла-танки могут заборы ломать. Готово. Называется, могут. Цель принял. Я думал, они сквозь забор бьют, поэтому нет смысла его ломать. Как бы. Готово. Выбери цель. Так, там целая гвардия апокалипсиса выработалась. Теперь Киров докладывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны сидят, я как-то и не заметил. Потеря. Здание занято. Потеря. Кстати, они вообще тут засели конкретно в этих домах. Что творится вообще? Отражатель готов. Ну вот так генерал Путан работает с пехотой. Неплохо. Неплохо. Ядерная ракета готова. Внимание, ядерная ракета запущена. Забор надо просто вам почистить, ребята. Они же вам самим мешают. Рудаков под огнем. Все, этим танчиком будем ездить, собирать теперь ящики. Может, нам попадется. База. Не всегда, правда, ящик видно. Немножко выработалось. Подкрепления вырабатываются быстрее, чем я успеваю. Учеба. В порядке. Пойдите, умрите там. Готово. Здание. Жду приказа, отдаю. Ящик, знаете, может где-нибудь за зданием. Здание занято. Их всегда, в общем, их видно. Это факт. Параметры нового здания. Здание. Здание. Если вдруг решите сюда летать. Так, ну и вас, наверное, надо убрать. Транспорт докладывает. Строительные работы завершены. Не знаю, пока куда-нибудь сюда пока. Дирижабль готов. Принимаю новые запрограммированы. Строительные работы завершены. Вообще можно построить здание, верфь, инструменты готовы, подкрепление готово. И сделать супер, ребят, корабли. Учеба. Без проблем. Нам будут воздух. Строительные оберегать. Работы завершены. Таня. Готово. Есть информация. Изучаю позицию. Есть информация. Инструменты готовы. Будут лететь Тани, значит, да? Ну, давайте попробуем Тани. Изучаю позиции. Выбери цель. Рудаков под огнем. Здание занято. Товарищ, да. Вертолет сделали. Еще военный завод не построили. Здание занято. Жду приказаний. Двигаюсь. Так, ну мне бы все-таки ящики. Да, товарищ. Заряд готов. Готов, товарищ. Транспорт докладывает. Жду приказаний. Может быть, после... Ядерная ракета готова. Загрузки. Выбери цель. Ящики Рудаков не, под огнем. Не появляются, но вряд ли так. Внимание, ядерная ракета запущена. Почистим тут немного. Рудаков под огнем. Нормально. Параметры нового здания. Установлен новый пункт сбора. Подкрепление готово. Транспорт докладывает. Здание. Готово. Готово. Модернизация.
Где-то кто-то там еще и модернизироваться готово. Умудряется. Транспорт докладывает. Готово. Так, друзья, ну, наверное, пойду я тогда его выносить. Транспорт докладывает. Вообще, если подождать, где-то должен появиться ящик. Вот так ящик за ящиком берем, пока не находим базу союзников. Сейчас их не вижу. И я подозреваю, что ну, они могли перестать появляться из-за того, что когда я загрузился после зависания. Выберите. Например, на компаниях, если зависает, потом загружаешься уже с сохранения в компании, то все ящики, даже которые секретно, у них пропадают. Опять же, это такой готов, рыбак. Ну что, кировами пойдем выносить. Принимаю новые заряды, готовы. Летим. Транспорт докладывает. Двигатель нахождения так, подтверждено. Так, есть много танчиков, а давайте посмотрим, как он там будет справляться. Выбери цель. Внимание, железный отражатель активизирован. Выслеживаем врага. Ну, вообще неплохо, один размотал. Выслеживаю врага. Жду приказания. Дислокация. Можно у них увезти базу. Ничего. А давайте увезем. Так, вот здесь есть ребята. Готово. Документы готовы. Сюда давайте. Иду. Я пойду. Да, командор. Готов, товарищ. Дислокация. Цель принял. Двигаюсь. Выслеживаю врага. Классно еще модернизировали. Ядерная ракета готова. Тесла, да. Есть информация. Я пойду. Да, командор. Жду приказания. Усиление ему огневой мощи. Других характеристик. Здание захвачено. Готов, товарищ. Параметры нового зачем здания. Продали. Транспорт готов. Там? Вперед. Замечательно. Так, едем. Вперед. Замечательно. Транспорт докладывает. Отражатель готов. О, мой гад, оно опять зависло, тонуло. Так, ну ладно, тогда сейчас я просто завершу ее. А вы, друзья, будете знать, что можно найти базу либо в ящике. Лучше в ящике, чтобы противник мог дальше полноценно вам противостоять. Ну так интереснее просто. Ну, либо можно увозить. Да, у него. Так, что у нас там? У нас там товарищ, победа. Вы уверены? Уже здесь. Подкрепление готово. Выбери цель. Модернизация. Все, Тесла тут все решает. Мы же играем за Россию. Игрок проиграл. Ты победитель. Вот такая случайная карта. Нравится она мне, друзья. Чисто для отдыха. Так, а что у нас там будет следующий? Следующий будет карта уже на троих. И это карта «Холодная война». Ее мы с вами пройдем в следующей части.